Всем привет! Сегодня я сниму видео о магазинах и событиях на разных серверах. В принципе, события не специальные, это не как Новый год, Хэллоуин. События будут самые обычные, просто разные. Сама цель видео – это снять магазины, разница в магазинах. В принципе, начнем. Наш магазин на русском сервере, да. Здесь у нас камни, книги, плодоп, это драконий зуб, в принципе, немного. В VIP-магазине у нас есть наряд крылья, пару сундуков, в принципе, вот такой вот комплект. Гены, сокровища, пополнение, только бутыльки, смена пола и усиление наряда. За почет у нас камни всех видов есть. Реквизиты везде одинаковые, в принципе, реквизиты я показывать не буду, я думаю, потому что реквизиты нет смысла. Ну, драконьи кристаллы, они везде одинаковые, да. Дальше, что у нас сейчас в событиях? В событиях у нас духовка, да, за пополнение вот определенного количества получаете сначала куски, а потом материалы. Далее вот ежедневное за пополнение, далее акция духовки для прокачки скилла. Алхимия на скиллы. Это еще с панды осталось на духовное оружие. Не духовное, а на как бы облик оружия. Это вот по рейтингу. Дальше у нас есть акция на покупку кусков на прокачку скилла духовки. Обмен богинь остался еще предыдущий с акцией богинь. Дальше обмен кусков со скидкой на проточку духовки камней. Ну и акция богини. Да, это то, что у нас на сервере. Далее смотрим следующий сервер. Так, это сервер официальный считается. Ну, как они пишут, это Испания. Вот, давайте смотреть магазин. Да, что у нас в магазине? Практически то же самое. Камни, книжки, но здесь еще есть грибы, ягоды, есть бутыльки на благословление камней, дешевле, чем так они, и куски на проточку крыльев. Далее VIP-магазин, у нас тоже самые наряды, но здесь еще есть, но за счет того, что акция, то здесь еще есть камни, которые можно купить на прокачку духовки и на ловлю скилла, причем хорошим ценам. Есть вот еще какие-то материалы. Я не знаю, что здесь. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, вот ягоды и грибы. Дальше. Пополнение то же самое. За славу опять-таки то же самое будет. Но есть еще вот вещи. За 200 камней на 3 дня можно купить наряд любой. Ну, практически любой. Дальше смотрим акции у них сейчас. И духовка, и... Да, это вот духовка, а это артефакты. Дальше вот духовка ежедневное пополнение. Вот духовка просто пополнение, но причем здесь дешевле получается. Здесь можно купить духовку без пополнения. Кстати, вот эта вот духовка без пополнения, по 20 кусков. Примерно, сколько здесь, 1200, 2300, 3260, так, здесь сколько, 4820, можно купить целую духовку. То есть за 5000 камней вы покупаете целую духовку, всего-навсего. Это вообще халява, считай. И дальше вот можно купить еще на выбор, либо же за 2000, либо за 5000 комплект камней на проточку и ловлю скилла. Дальше у нас это и обмен. Вот. Это все, что здесь есть. Смотрим дальше. Следующий сервер. Так, это Америка, это NA сервер. Смотрим магазин. Дальше в магазине акции. У них акции всегда в магазине, у них вечно идут скидки. И у них, видите, как намного шире. То есть у них и грибы, и черника, blueberry, да, или что это, как там. И в общем, и камни тоже. Камни, причем вот вторые, например, по скидкам. Хотя, по-моему, что не сильно... А, да, по скидке, со скидками, нормально. Дальше VIP-магазин смотрим. Есть практически все то же самое, книжки, но еще дополнительно есть опыт. И есть вот
Magic Chess, но это, я так понимаю, под акцию Magic Chess, да, это под акцию. Дальше, в пополнении у них всегда есть пропуски на дополнительные инстанции. Так, заслуги то же самое, кристаллы то же самое, фэшн, опять же, есть у них фэшн, вот, магазин. И смотрим ивент. Да, значит, за вот эти вот айтемы, в принципе, здесь ни о чем. Дневные пополнения, Goddess Shop, камни духовки, вот, например, есть. Здесь что? Красные руны. Ага, эти бобы обновили. Здесь при пополнении, так дальше, что у нас это вот тоже. Ну и Бахамут, у них остаток Бахамута. Голд шоп, давайте я просто куплю так, чтобы типа считалось. Вот, и Демон шоп самый типа, не самый хороший. Самый хороший это получается Goddess Shop. Здесь есть камни духовки после 5 уровня, камни 10 уровня камней, камни духовки, наряд. В принципе, это NA сервер, смотрим. Так, это китайский сервер. Так, смотрим, что у нас есть на китайском сервере в магазине. Камни, зубы и опыт персонажей, героев. Не густо. Дальше смотрим, что у нас есть за вид книги. Смотрим, что есть за донат. Вот донат немного обширнее. То есть здесь смен пола, камни, духовки. Ну, причем цена та же самая, скидки никакой. Не понимаю, почему. Камни опыта, инкубатор. Причем цена космос. Ну, в принципе, ничего такого особого нет. То есть здесь все то же самое. Это магазин временный, он у них включается, но он как-то там работает вообще по кривому. В принципе, ничего в нем интересного такого нет. Дальше смотрим акции. У них акция на богиню идет, на Бахамута. Вот это вот богиня. Дальше есть вот такой типа автомат. Да. Здесь у нас призы. Надо смотреть по... Ну, это, я так понимаю, на этот самый. А, здесь по богиням. Здесь все по богиням. 40, это все по богиням. Дальше смотрим. Вот, при пополнении вы можете получать Афину, камни и что-то китайское. Непонятно что. Дальше смотрим. То же самое при пополнении. Получаете камни. Монеты для автомата. Вот этого, который вот. Вот этот монеты для автомата, камни с шахт и бутыльки. Дальше вам 5 молотков в конце можно получить и сокровища. В принципе, сейчас у них как-то скудненько на самом деле. У них обычно там повеселее акции. Ну и при пополнении вот на духовку тоже. За первое место 2 духовки, за второе 3 духовка и там дальше по кускам. По классам, естественно, все. Так, мы на арабском сервере. Это у нас будет следующий сервер наш. Смотрим магазин. Значит, камни, грибы, книги. Также здесь есть на проточку, на благословление бутыльки дешевле, чем обычно. И крылья проточку тоже. И что еще? Свистки и зубы. Дальше смотрим VIP-магазин. О, в VIP-магазине немножко другой наряд получается. Да, другой наряд и другие крылья, не как везде. Дальше все то же самое. За пополнение идентично. Славу не будем смотреть, посмотрим акции. Акции, вот шанс кусков на духовку, да, то есть один мираж плюс 88 камней, вы можете получить либо же кусок духовки, либо же два куска проточки скилла, либо же камень проточки самой духовки или 150 камней. Дальше что у нас? При пополнении куски на духовку. Да, за 100 баксов духовка, как обычно. Дальше куски. Что-то непонятное. Что-то не... Кстати, красиво так. Да, дальше у нас есть также новые облики оружия панда. Милк. Менять. Дальше опять непонятное что-то. И вот духовки. Камни духовки, как у нас. Да, как на русском сервере. И камни прокачки скилла духовки тоже как у нас. В
принципе, ничего такого особого. Акция на крылья. Крылья те же самые, как цепь, чем закончилась. Переходим на следующий сервер. Так, следующий сервер у нас корейский. Я думаю, что самый богатый на подарки. Смотрим дальше, что у нас в магазине. В магазине у нас камни различные, зубы и билеты футбола еще до сих пор остались. В VIP-магазине у нас наборы героев. То есть, в принципе, ничего такого особого нет. Но вот VIP-магазин вообще для меня недоступен пока что, потому что я маленький уровень. Смотрим то же самое. Наборы есть вещей для... на 3 дня за магические камни. Можно выбирать, носить любой. И смотрим события. События, так, это события от этой самой, скажите, богини мелодии, да, если я не ошибаюсь. Да, богини мелодии, вот она. Дальше смотрим события на Верданди. Дальше у нас есть вот такое вот лото, да. В принципе, тоже слабенькое, у них поярче лото бывает. Дальше вот старые еще облики, бобовые эти обмены. На бобовые семя, на старые облики оружия у нас уже были новые. Также вот есть на различные еще бонусы обмен. Дальше при, я так понимаю, пополнении. Смотрите, какие у них бонусы. Это либо пополнение, либо растрат. Давайте мы сейчас что-то купим себе, чтобы мы понимали, что у нас пополнение, что растрат. Ну, вот один купончик купим. 25 камней у нас уже растрат. Так, да, это пополнение. То есть при пополнении на 300, 900, я так понимаю, это долларов. Не двое, не долларов, а магические камни пополнения, естественно. Вот такие вот бонусы. Бонусы шикарные на самом-то деле, если учитывать, что здесь вот, например, при 1500 уже 9 камни есть. Вот, 9 камни. Вы все это получаете. Дальше смотрим. Это все тоже вы получаете при пополнении. То есть вы один раз пополнили на 100 баксов, получили все, что было там, и получили все, что есть вот здесь. Это просто, ну, дофигища всего. Дальше смотрим. А вот растрата, да, видите, 25 камней. То есть, если мы там потратим сколько? 15 тысяч камней, мы получим себе богиню мелодии. Мы получим себе, я так понимаю, костюмчик этот. Вот, панды. И получим кучу грибов на прокачку. Дальше смотрим. При пополнении опять-таки. Насколько, я не знаю. Ну, при каждом каком-то пополнении определенном, я так понимаю, будет получаться 30 пактов. Ну и вот. А где-то я, видать, уже забрал награду. Была награда ежедневная, ее убрали. В принципе, у них здесь каждый день еще вам дают кучу всяких плюшек приятных. Вот таких вот, типа... купоны вот подарочные, руны, камни. Вот это все бесплатно дается постоянно. Так, вот это Корея. Дальше смотрим, еще один сервер у нас остался. Так, это еще один сервер. Это Heroes of Dawn. Получается, это еще не Goddess. Это еще старый, отдельный, типа, от Siam Game. Но, тем не менее, у них тоже идут обновления. У них похожая игра. Очень сильно с нами. Дальше смотрим магазин. У них в магазине камни. Дальше смотрим, что у них в магазине. Материалы магического кольца, у этого кольца слава лорда, камни проточки, эти свитки проточки сокровищ, свитки прокачки этих драконьи пакты, ну, в принципе, и золото за 30 камней 100 тысяч золота. Дальше при пополнении и пополняшки, смотрите, у нас есть типа шаги, книги, причем книга трансформы за 15 тысяч, хотя она 5 тысяч стоит у нас. По-моему, 5 или 6, если не ошибаюсь. Камни прокачки по 199 камней, хотя они по 50 у нас, например. То есть здесь немножко завышенные цены, видите, как бы. Ну, хотя камни вот камни обычные подешевле получается. Дальше смотрим. Магазин. Да, вот у них такие. Причем, я так понимаю, что эти вот пиво это падает, походу, с данжей. И либо с данжей, либо с стадии вот такого плана. То есть у них постоянно где-то что-то падает. Дальше вот такие вот у них есть обмены. Опять же таки, я так понимаю, что где-то что-то падает. Куча. То есть у них вообще
А здесь за пополнение, но здесь вот рандомный, да, вот Magic Games предпоследний, это рандомно вы один из шести получите. Также это, опять же, при пополнении, например, на 10 тысяч вы получаете еще 10 тысяч подарок, еще камни, короче, здесь вообще просто пополните чуть-чуть и получите все, и это все акции одновременно у вас есть. Вот, например, на 1900 камней пополните и получите все 4 золотых героя и еще и камней добавок, чем камней еще вы получите за 600, получите еще вот 8-й камень, короче, тут просто один раз пополнились, и все, и вы топ-персонаж по сравнению с русским сервером, например. Да, вот на 20 тысяч, это сколько у нас получается? Это... не 300, это 400 баксов, да? Он 10-й камень, камни духовки дают, короче. Дают он куча эссенций, куча всего. Он просто дофигища. Дальше, вот опять-таки еще здесь вы получаете бонус. А это бесплатно, он каждый день дает. Это вот за входы, да? Магические камни, сундуки. Опять-таки, вот тоже по пополнению. Потом все, возвращаемся к тому же, что вы один раз пополнили. Если загребаете все эти акции, вот 3 слота, 4 слота здесь часто бывают. Дальше смотрим, что у нас есть. Вот, крыльяки. То же самое, да? То есть дофигища всего. Дофигища всяких бонусов. Вот, и опять-таки еще духовку вы можете получить. Вон куча духовок. А вот, это вот, по-моему, что это тайванский сервер даже. Вот. В принципе, это вот все сервера, которые у меня есть. SEA-сервер у меня, к сожалению, затерялся при переезде на новый телефон, и я его до сих пор не восстановил. В принципе, практически все сервера, кроме одного. Магазины показал и события показал. В принципе, особых событий нет. Я хочу сделать еще подобное видео, когда будет событие, к примеру, новогоднее, и сравнить подарки на Новый год, те, которые дают на других серверах, по сравнению с теми, которые дают на русском сервере. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.